Ну что, всем привет! Меня зовут Лена, и я рада вас приветствовать в ремонте нашего семейного гнездышка. Ну что, девчата, я пришла принять работу. Также буду рассчитываться сегодня за проделанную работу. Цены какие за свои услуги попросили работники. Я вам все это расскажу, покажу и, собственно, покажу работу, которая выполнена. Значит, проштукатурено цементом, проштукатурен коридор. Вы видите, сделаны откосы. Кто смотрит видео постоянно, те видели, что здесь не было откосов. Ну вот еще, я так понимаю, это не доделано. Но мы будем встречаться лично, я буду отдавать денежку. И тогда, конечно, буду спрашивать, что это такое и почему здесь так. Скорее всего, просто еще не доделано. Значит, смотрите, здесь уже поштукатурена эта часть. Значит, ну, буду все рассказывать, как говорится, по ходу пьесы. Значит, вот здесь уже сделаны для розеток отверстия. Я не помню, показывала вам или нет. Вот этот ящик, который под автоматы и под... под счетчик. Видите, здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И еще сюда, наверное, будет или доставляться, или... В общем, я не помню. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. По-моему, это все автоматы. Но, может, я могу и ошибаться. Ага, вот, хлопцы написали, что это бойлер, кухня, розетки, стиралка, духовка, кондиционер, свет. Ну, собственно, вот так он будет находиться. Здесь, может быть, будет какое-то зеркало, может быть, будет какая-то картина, еще не знаю. Значит, доштукатурен коридор. Здесь уже сделана, вы видите, разводка, электричество. Вот, по коридору все это дело выведено. Здесь у нас будет, вы понимаете, да? Я думаю, вы поняли. Это мы заходим, вот входная дверь. Мы заходим, это коридор. Включила свет, только зашла. Дальше проходим по прихожей. Здесь у нас будет свет, где мы будем включать зал. Сейчас я тоже расскажу. Здесь будет два выключателя. Один будет для основного света в зале. Второй будет какая-то еще подсветка. Еще пока думаем. То есть вот этот здесь выключатель будет. А здесь у нас будет для... Сейчас, девочки, ага, вот так. А здесь у нас будет тоже два для ванной. То есть один будет включаться свет, второй будет включаться свет с вытяжкой, второй будет с подсветкой. Значит, что сделано в ванной? Ванну тоже отштукатурили уже. Разводка вот по электричеству здесь есть. Так, здесь уже все выведено под раковину. Здесь у нас будет стоять раковина. Здесь будет ложиться плитка на пол. Здесь будет у нас поддон под тропический душ. Но я сюда заступать не буду, потому что здесь оно все сохнет. Сейчас на выходных это все будет сохнуть. И уже со следующей недели мы начнем здесь класть плитку. Ну, не мы, а наши работники. Так, здесь вы тоже видите разводку. Она пошла вот сюда. Здесь у нас, где лампочка, основной цвет, свет. А здесь будет выход для... подсветки, еще не определились. То есть до коридора уже все проштукатурено, здесь просто щухано, здесь более-менее можно сделать немножечко по-другому, не так, как здесь мы сбивали полностью штукатурку. Так, собственно, здесь выведено свет тоже. Я просила, чтобы мне вывели здесь и внизу, потому что, скорее всего, это будет зона, где я буду проводить эфиры. Ну, я так себе планирую. С этой стороны у меня будет шкаф-купе. Ну, в общем, это уже по ходу пьесы. Так, погнали дальше. Здесь у нас будет... Вы видите, что уже не наблюдается мусора. То есть это уже такой текущий мусор, который... Ну, остается от мешков, от цемента, да, от штукатурки. То есть уже вывезен мусор. Я, по-моему, вам озвучивала, да, я заплатила... Ой, девочки, сколько же я заплатила? 1500 гривен. Да, 1500 гривен. Теперь, смотрите, по поводу света. Сюда тоже уже сделана разводка. Здесь у нас будет телевизор стоять. И здесь... В этом месте будет выходы для интернета, для антенны. Ну, в общем, вот это вот здесь, на вот таком вот расстоянии. Так, получается, здесь стоит телевизор.
тумба, то есть это будет высота тумбы, телевизор. Вот сейчас единственное, надо будет посмотреть, а не высоко ли вот это расстояние от пола и сюда. Но это мы будем в понедельник, я думаю, Ярослав сюда приедет. Может быть, немножечко вот это опустить ниже, чтобы не было это все... Вот тумба и телевизор. Телевизор будет стоять на тумбе и на ножке, не висеть на стене. Ага, сейчас вот этот момент надо будет... Мне кажется, надо немножечко ниже. Вот, ну, будем посмотреть. Не уверена еще точно. Так, здесь у нас будет тоже... Здесь у нас будет выключатели. Выключатели будут для... вот это будет спальная зона. Вот в этой зоне у нас будет выключатель над нашей кроватью, над нашим диваном будет спальная зона. И здесь будем выключать, собственно, свет. Свет будет только в этой части. И розеточки для того, чтобы зарядить телефон. Так, это так. Дальше, что мы дальше смотрим? Так, здесь что-то хлопцы сделали. А, здесь была трещина. Ну, не трещина, а вот такие вот, ну... В общем, что-то они тут укрепляли по ходу. Так. Это я показала. Сейчас я покажу, что это такое. Давайте посмотрим кухню. Здесь проштукатурена, вы видите тоже. И проштукатурена кухня. Здесь тоже сделана разводка. Тут я вам не покажу, потому что это гипсокартон. Так, что у нас здесь? Здесь у нас под бойлер выведено все. Так, тут розетка, ну это вы уже видели, это я вам уже, по-моему, показывала. Так что здесь у нас вот так вот. Так, ну тут, наверное, это вот эта армировочная сетка будет, и сверху будет дальше продолжаться работа. Это привезли нам к Now Start. Это у нас гигиенический душ. Ну и теперь я расскажу, что это. Я получала на почте, мы заказывали. Это аварийный лючок, он будет здесь. Его размер 40 на 60, потому что у нас плитка для ванной комнаты будет 20 на 60, и он будет вмонтирован. Он это тот лючок, который на доводчике, да, то есть рукой вот так вот прижал, это не будет так открываться, оно будет вмонтировано в стену, и получается, ну, будет иллюзия того, что там прямая стена, нету, ну, видно, что это открывается шкафчик, да, грубо говоря. То есть стоит вот этот лючок, который будет вот здесь, это доступ будет вот к счетчикам, вот к этим всем приспособлениям, стоит 1350 гривен. И доставка 71 гривна. Ну и, собственно, основная часть, которую я хотела вам показать, чтобы вы понимали, что сколько стоит. Вот у меня в телефоне. Я вам сейчас покажу. Значит, сумма... Сейчас, девочки, так, чтобы... А вот перечень работ. Электрика, одна точка. Точек таких у нас 41 вышла. На 130 гривен. Установка одной точки 130 гривен. Значит, это 5300 гривен. И точки свет 13 штук по 70 гривен. Ну, это будет хлопцы объяснять, что это. Дальше читаю. Монтаж провода 179 метров на 10 гривен. Это 1790 гривен. Так, ниша под электроящик. То есть вот эту нишу, что выдолбали, сюда это все вставили. Это стоит 300 гривен. Дальше. Я читаю, девчата. Монтаж ящика плюс штроба 200 гривен. Так, штробы под провода 15,8 квадратов 40 гривен. Это стоит квадрат 630 гривен. Подключение водного провода в подъезде 300 гривен. То есть отсюда выходил провод, его подключали в подъезде, это стоит 300 гривен. Дальше. Закладывание окна в ванной 100 гривен. Вы помните, у нас здесь было окошко. Вот, чтобы его заложить, нужно заплатить 100 гривен.
Дальше. Сейчас я дальше, девочки, читаю. Вам, может быть, просто не видно. Подключение водного провода в подъезде, я сказала. Очистка стен от побелки, старой шпаклевки, 26 квадратов. Стоит это 70 гривен. И общая сумма 1834 гривны. Так, монтаж-демонтаж маяков под штукатурку 40 метров. На 30 гривен это 1200 гривен. Штукатурка цементная 40 квадратов. Значит, 40 квадратов, чтобы отштукатурить, это стоит 130 гривен квадрат, 5200 гривен. Штукатурка откосов 11 метров, тоже 130 квадрат, 1430 гривен. Дальше. Сейчас, девочки, я чтобы... Сейчас. Ой-ой-ой, что-то я сбила. И стяжка в ванной 2,9 квадратов. Стоит квадрат 130, это 377 гривен. Итого вышло 19 600 гривен. Ну вот, чтобы суммы эти вы понимали, что это за суммы, в Гугле вы можете пробить это в гривнах на свою валюту. Ну, чат многонациональный, поэтому я, ну, девчата, вас много. Если захотите, можете так сделать. Так, значит, так, что еще я хотела вам показать? Ну, это, собственно, все. Вот еще такой момент, смотрите, вот, видите, ровно, вот стена, которую отштукатурили, да, вот она идет, вот эта вот стена ровная, идет переход уже потом там дальше, когда в зал, то есть тут будут, ну, по этой стене равнять, я так понимаю, вот. Так что, девочки, вот такие дела. Вот такая часть работы. Теперь следующий этап – это плитка. Я думаю, мы уже, наверное, встретимся, когда здесь будут класть плитку. Ну и дальше я буду все вас держать в курсе и рассказывать, что, где, как и почем. Все, мои хорошие, я вам желаю хорошего, позитивного настроения и, конечно же, чмоки, щеки. Пока-пока.